Снова здравствуйте, дорогие друзья, на канале Boston Technic. С вами Александр. Сегодня у нас поступление прицепов 2PTS4. Три штуки прибыло. Давайте вот это вот рассмотрим с вами повнимательнее, поподробнее, в отличном состоянии. Дышло у него все ровненькое, не рваное нигде. Гидравлика рабочая, электрика. Трактор с документами. После капитальной подготовки, то есть бортики все в идеале, все, но везде на новом металле, резина в хорошем состоянии, ступицы обслужены, можно просто брать и работать, не нужно ничего тут делать, переделывать. Днище промовилено, прокрашено, цилиндр не течет, поднимает, держит. Сейчас обойдем по кругу. Так, немаловажная телега на кругу, очень удобно при транспортировке. Рессоры все целые. Так, с этой стороны тоже все рассмотрим, давайте. Все тут новенькое. Ну, борта, по крайней мере, весь металл новый. Как я и говорил, ступицы обслужены. Давайте в кузовок заглянем. Все что угодно можно возить. Зерно, песок, щебень. Под любые задачи подойдет. Ну что, рассмотрели? Вот у нас еще есть также две телеги 2PTS4 и с увеличенными бортами. Огромный ассортимент оборудования под сельхозтехнику, тракторов огромнейший ассортимент. Подберем абсолютно любую вам технику. Доставим до вашего хозяйства в любой регион России. Ждем вас в гости на осмотр. Город Волгоград, улица Историческая, 183. Любая форма оплаты, в том числе возможность приобрести технику и оборудование в кредит. До новых встреч, ждем вас в гости.